Подвижные игры, познавательные минутки, творчество, веселый смех и шутки. Так прошло очередное летнее мероприятие в библиотеке имени Пушкина «Библионии». Библиотечные, необычные, интересные истории. И в этот раз история была действительно необычной. А называлась она «Дырка – это просто чудо». Тема встречи удивила многих ребят. Но оказалось, что о дырках можно говорить очень много. Девчонки и мальчишки поразмышляли, что такое дырка, какое у нее назначение, у каких бытовых предметов есть дырочки и для чего они. Пофантазировали, как могут выглядеть дырки. Так ребята выступили в роли настоящих исследователей. Нам рассказывали интересные истории, всякое новое узнали и участвовали в всяких играх художественные. Мы там передавали, рисовали дырочки всякие. Потом еще игра такая была, нам рассказывали историю, а мы там говорили что-то или выходили на сцену, там тоже пели. Короче, очень интересно. Ребята с удовольствием участвовали в разных активностях и подвижных играх. Пробовали пришить пуговку с помощью нитки и иголки и сделать при этом аккуратные стежки. Пробегали, как мышки, сквозь дырочки. Старались не попасть в мышеловку, бросали мячики в сквозную мишень. Команда участников выступили и в роли кондитеров, и украшали дырочками торты. В зрительном зале ребята по очереди добавляли в рисунок свою деталь. И так получилось коллективное творчество. А еще дети узнали, откуда у сыра появляются дырки, которые на самом деле называют глазки. Во время мероприятия библиотекари устраивали для зала музыкально-танцевальные паузы. Я удивилась, когда будет про дырку рассказывать. Ну и там интересно очень. И даже я удивилась, что пришла сегодня Марина сюда. Гостям библиотеки пришел необычный персонаж – Иосиф, который разыграл вместе с ребятами интерактивную историю по книге «У Иосифа было пальтишко». В проведении таких мероприятий библиотекарям всегда помогают хорошие детские произведения. Необычная и динамичная «Библионии» вызвала положительные эмоции не только у детей, но и у самих организаторов. У нас сегодня в мероприятии были не только ведущие, но были помощники нашей библиотекари, которые помогали нам воплотить все наши задумки в жизнь. Мы много рисовали сегодня, мы много играли с ребятами. Ну и сегодня был дебют еще одного нашего сотрудника, который первый раз принял участие в мероприятии именно для зрителей. И я думаю, что мы все просто получили действительно колоссальное удовольствие вот от этого единения какого-то, наверное, которое случилось в рамках нашего сегодняшнего мероприятия. Встреча в рамках проекта «Библионии» в библиотеке имени Пушкина проходит каждую среду в 14 часов. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.